Представительство России очень хорошо выступило и в результате получило 5-е место. И вот сегодня выяснилось, потому что в Азербайджане многие возмутились, что так не может быть. Не может быть, чтобы в Азербайджане не отдали голоса России. И наш уважаемый президент Ильхам Гайдарович Алиев дал указание разобраться с этим вопросом. И сейчас выясняется очень такая картина, что в Азербайджане голосовали за Россию, и есть определенное количество голосов. Но дело в том, что все эти голоса подсчитываются в Германии. И уже оттуда распространяются, так сказать, как финальный результат. Вот сейчас идет пересчет этих голосов в Азербайджане, поднимают, так сказать, количество звонков и так далее. Но у меня уже есть информация о том, что достаточное количество людей проголосовало, и Россия должна была получить от Азербайджана 10 баллов. И по этому поводу к вечеру будет заявление общественного телевидения, которое участвует от имени Азербайджана в Евровидении.